там присели. Просто у всех хрустнула спина. Все, болит. Мы 125 час на льду. Да, мы до сих пор на льду с 3:30, представляете? Но мы такую сложную вторую программу ставим. Очень сложно, мне сложно запомнить. Да, это не то, что я даже название шагов пока еще не выучила, но у нас еще 5 дней впереди. Да вообще, целых 5 дней, мне уже бы замечательно почувствовать. Целых 5 дней, чтобы научиться кататься, делать элементы, чувствовать музыку, играть на льду, переживать все. 5 дней нормально.